Онлайн-встреча руководителей высших учебных заведений России и Ирана организована Российским союзом ректоров. В форуме приняли участие ректоры ведущих университетов. Среди них и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Казанский федеральный университет и вузы Ирана связывают долгие годы сотрудничества. КФУ реализует академическое и научное партнерство с вузами и научно-образовательными центрами Исламской республики Иран. Учитывая же имеющийся потенциал сотрудничества, мы видим большие перспективы в развитии партнерства, например, в рамках созданного нами биомедицинского кластера, где мы можем проводить передовые научные исследования, в том числе по разработке вакцин, лекарственных средств, тест-систем и готовить врачей нового поколения. В работе форума приняли участие ректоры и представители 50 ведущих российских и иранских вузов. Они обсудили достижения и перспективы образовательного и научного сотрудничества двух стран, а также поделились опытом организации образовательного процесса в российских и иранских вузах в условиях пандемии. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.